Россия в этом году может восстановить утраченные показатели в социальной сфере. В том числе это касается покупательской способности граждан. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. Она состоялась в Кремле. Также зашла речь о развитии рыбопромышленного комплекса. Сейчас активно строятся новые заводы, которые перерабатывают улов. Кроме того, глава региона попросил президента продлить одну из госпрограмм, которая реализуется на Камчатке. Давайте начнем с сейсма. У нас эта программа на Камчатке работает с 2009 года. За этот период построено и отреставрировано порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. И, конечно, программа востребована. Она в этом году фактически работает последний год, в 2018 году ее не будет. И мы, конечно, просили бы, чтобы эта программа была продолжена. В социальной сфере как-то? Да, значит, все, что касается выполнения положений указов майских, у нас все там тоже достаточно стабильно, мы выполняем. Есть некое снижение по заработной плате, ну, примерно уровень инфляции где-то. Вот, в целом, покупательская способность снизилась. Все-таки следить за этими показателями. Конечно. И в этом году у нас все шансы есть восстановить, не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться.